Александр Григорьевич, костюм еще не готов, головной убор более-менее получился в гриме. Давайте немножко прорепетируем вот это бедные розы. И не торопите немножко, ладно? Чуть-чуть, чтобы давать возможность. Цифра 25. Кантилене. Сегодня я опять пришел в твой театр, Мария. У тебя премьера. Вечером ты проживешь жизнь Адриен Лекуврер. Я знаю, как долго и тяжело ты шла к этому образу. К образу актрисы, для которой театр – целая жизнь. Впрочем, как и для тебя, Мария. Ты торопишься, волнуешься. Ждешь, как все женщины. Ты такая же, как все, Мария, и все же не такая. Неповторимая, как звезда. И сколько поколений певцов, издревле певших на нашей земле, по крупицам собрали талант, чтобы вспыхнуть тебе даром невиданной силы. Неповторимым, прекрасным. Ты Лучафорул, Мария. Звезда, о которой Еминеску писал. Ластева карерасарит, йо каля ты де лунга, камидиань йо требуит луминий. Сенежунга. Звезда взошла столь далеко среди синего простора, что лучи ее летит века, пока достигнет взора.
Я часто спрашиваю себя, Мария, что такое искусство. Глядя на тебя, кажется, я нашел ответ. Встреча со счастьем. Вот что такое искусство. Вот что такое твой дар, Мария. Thank you.
Вот что я подумал, Мария. Люди мира узнали о нашей Молдове, наверное, не по вину, грушам, виноградам, хотя и это прекрасно и сладко. Ты, Мария, ты первая чучосан мира. Ты рассказала о нас на знаменитых оперных сценах. Тебя ждут, Мария. Ждут во многих городах и странах. Но я знаю, как ты торопишься в свой театр, домой, к матери, в свой маленький белый город, в нашу Молдову. Знаешь, Мария, чем я старше становлюсь,
тем больше я вспоминаю детство, дом, траву мокрую от трассы, по которой я любил бегать. А ты? Ты вспоминаешь это, Мария? Как хорошо, что у человека есть угол на этой земле, где его ждут, помнят, любят. Как хорошо сказано об этом в стихах Григория Вьеру. Возвратившись телом своим, первым делом к тебе пришел бы. Из полета вернувшись с луны, первым делом к тебе пришел бы. Будь, скажем, король или князь, первым делом к тебе пришел бы. Из темницы освободясь, первым делом к тебе пришел бы. Поклонившись чужим местам, первым делом к тебе пришел бы. Если бы я из могилы встал, первым делом к тебе пришел бы. В первый миг, в первый день, хоть в бреду, первым делом к тебе пришел бы. Пусть бы знал, что тебе не найду, все равно я к тебе пришел бы. Thank you.
починала мой венит. Ții минте зика la noastră, Marie. Cine doarme pe pământ, îi simte suflarea și nu are teamă să cază când se întoarce. Такая наша пословица. Она звучит примерно так. Кто спит на земле, тот слышит ее дыхание и не боится упасть, поворачиваясь. В этот простой ящик люди кладут письма своей судьбы. Десятки ежедневно. Люди доверяют тебе заняться их невзгодами и радостями. Я знаю, как хочется тебе всем помочь, Мария. Люди верят тебе. Верят, что сила твоей героинь, твоя душевная сила. И они не ошибаются. Не могут ошибиться. Не могут ошибиться, Мария. Спасибо. Послушаем. Вот сейчас это хорошо. Так? Хорошо, хорошо, да. Уже все вместе, все-таки да. Хорошо. Побочкой. Потрясающе. Вот именно, по-молдавски немножко получается. Бабочка. Ну ничего, ничего. Ну так вообще ничего по-русски. Нет, ничего нормально. Да? Акцент особенно. Мне кажется, здесь вот можно первую гармошку немножко вытянуть. Хорошо. Ребят. Мелкий рисуночек. Красиво. Я думаю, можно четвертую цифру. Четвертую да, цифру. Да, да. Здесь. Это оставим, будем продолжать. Все нормально, хорошо. Да. Все. Пошли. Спасибо. Да, продолжаем. Внимание. Тишина в студии, пожалуйста. Мотор. Я молодёшенька, вы на коне.
прощались гуси со своим гнездовьем. С речками, лесами, тихим Приднепровьем, тихим Приднепровьем. И кричали гуси в небе пропадая, что всего дороже старина родная, старина родная. Улетали гуси лето за Кацинас, по лесам брусника в кузовах просилась. По лесам орешли гнулся безутешен и ронял орехи со своих орешин. Голос суженый ты мой, опадает с бука лист в кодрах и над крышей дома. Я его остановить не в силах. Ветер дует, ветку клонит, птицы улетают прочь. Лишь одна не улетает, в сердце нежностью поет. Голос мне ее знаком, днем и ночью его слышу. Голос ее дорог мне, не могу с ним разлучиться. Как же разлучиться с ним, если это голос мамы, что доносится так сладко с ветки детства моего? Тринадцатая цифра, шесть тактов для нее, пожалуйста, прошу вас. За дверью грозный час разлуки.
Твой каждый спектакль для меня праздник, Мария. Потом я долго брожу по городу, наполненный твоим голосом. Иногда я мысленно разговариваю с тобой. Здравствуй, Мария, говорю я. Здравствуй, Михай. Заходи в мой дом. Садись. Вот три кресла. А я не сяду. Я знаю. Первое кресло для друга. Второе для гостей. А третье кресло – кресло одиночества, без которого немыслим истинный художник. Это твое кресло, Мария. И ты улыбнешься мне твоей доброй, ласковой улыбкой. Ты знаешь, как мало времени у нас остается для друзей. Ты всегда торопишься, Мария, волнуешься и ждешь, как все женщины. Ты такая же, как и все, и все же не такая, неповторимая, как звезда. Oh.
Твоя сцена, Мария. Сколько жизней ты прожила на ней. Это твой храм, Мария. И он вечен. Ибо ты отдаешь ему самое ценное.
жизнь своей души. Пой, сингурелка, миненой, май доруле май, но май пуюл кукулуй, май дору. Прости меня, Мария, прости. Ты знаешь, я иногда завидую твоим коллегам. Они всегда с тобой на той сцене поют. Они имеют право смотреть в твои глаза. Они видят, видят самое главное – рождение чуда. Прошу внимания, оркестр, хор, солисты, репетируем финал нормы. Оркестр с восьмой цифры. Хор, прошу встать. Вы в костюме, в гриме, полным голосом, также солистов. Мария Лукьяновна, вы готовы? Да. Пожалуйста, восьмая цифра. Thank you.
нежного дерева зеленая ветвь, на которой влюбляются соловьи. Вдыхаем чистейший воздух, освященный, воспетый, озвученный твоими волшебными устами. Какое счастье, что есть ты! Подумать, что нет тебя, все равно, что представить. Высохли леса, иссякли родники, небеса онемели. Живи мы на крохотной пяде земной, не больше иссохшей материнской ладони, мы все равно ощущали бы свою беспредельность на горных высотах песни твоей. Мария, золотая роза в ладонях Родина. Yeah.